Был такой сон. Вообще, у меня очень... Я вообще не знаю, это очень интересно же, что такое сны. Я не очень знаю это на самом деле. Ну, какие-то я отголоски там разных версий на эту тему, конечно же, слышала. И мистические, и все, ну, такие научные. Но у меня бывает так, у меня бывает просто периодами никаких снов. Вообще, вот, ну вообще нет сна. Но говорят, что он все равно есть, просто ты его не запоминаешь. А периодами бывает, что мне так насыщенно все снится, что просто уже просыпаться невозможно, очень устаешь. То есть просто встал, что я спал, что не спал, лучше бы не спал. То есть очень информационные, очень много, очень житейские, очень реальные. Ну, как бы очень-очень разнообразные. Но я помню очень несколько есть у меня в жизни таких, ну, удивительных каких-то снов, или, скажем, не столько, может быть, даже удивительных, сколько, ну, для меня, потому что бывают же сны совершенно невероятные, но ты их забываешь. Очень часто ты просыпаешься и захвостишь пару нюансов, а остальное, а вот это ощущение, что это было что-то удивительное, да, еще, но уже прям ты с каждой секундой просыпания, ты теряешь связь эту, да? То есть бывает по-разному, но какие-то есть сны такие информативные, какие-то довольно смешные или яркие, которые просто уже ты запомнил, и их уже, наверное, никогда не забудешь. Я помню, что я когда была беременная, конечно, это же для женщины такой тоже момент, наверное, ну, как бы волшебный какой-то. И я помню, что я последнее время, я вообще как только забеременела, я уже очень хотела забеременеть, и все, и прямо, и когда вот я забеременела, я прям все время делала вид, что я не беременная, что беременность — это не болезнь, это просто такое нормальное же состояние женщины, совершенно нормальное, все-все. Я и работала, и все делала, и машину водила, и в бассейн ходила до последнего. В общем, чуть в дороге не родила в результате, очень сильно уж в этом упорствовала, в своей небеременности, типа. Но все равно, видимо, где-то подспудно какие-то там, ну, волнения, все равно, что ты где-то нервничаешь. Я так боялась нервничать, и я так боялась бояться, я так боялась, ну, как бы думать о том, что какие есть угрозы, возможности неудачных каких-то и всего-всего. Я боялась так, что я все время играла какую-то идеальную небеременность, полубеременность и что-то такое, в общем, всю себя загружала, но, видимо, где-то вот я очень много читала всего в результате, все равно все. Я помню, у меня был такой удивительный сон, когда мне приснилось, но это уже были какие-то крайние сроки, мне приснилось вдруг, притом тоже ничего не снилось, и вдруг мне приснилось, что я родила. И не просто родила, а я прям как-то родила быстро, и этот ребенок, он прям встает и говорит: «Мама, привет!» И она начинает со мной разговаривать. Вот прям вот сиюминутно рожденная дочь. Я уже понимала, что дочь уже, это было известно. Я ей говорю: «А как же ты разговариваешь-то?» Она мне говорит: «Ну а что, я такая умненькая, и все у меня нормально. А почему мне не поговорить? Ну да, я просто быстро всему учусь», — сказала только что народившаяся дочь. Я помню, что у меня был такой ужас, и я начала прям... А я во сне была как будто реальная. Я понимаю, что это нереально, так не должно быть. Но она прям уже родилась какой-то трехлетней, понимаете? И вот мы с ней очень долго общались, и очень все это как-то было настолько реально, что я проснулась с ужасом, с полным пониманием, что это прям, ну вот не сон, а прям реальное общение с дочерью. И самое смешное, что когда она родилась она действительно какой-то очень готовый и прямо такой вот внятный, конечно, не разговаривала, не сказала: «Мама, привет». Этого она ничего не сделала, но как только она начала говорить, я вдруг стала понимать, ну вот когда она уже стала общаться, общаться она стала довольно быстро, и пошла она очень быстро, она все делала очень как-то так, ну... Ну, не, ну, как сказать, ну, не то чтобы очень... Ну, там, в 9 месяцев она пошла, а в год с небольшим она уже как-то изъяснялась. И, в принципе, все было понятно, все ее намерения были понятны практически сразу. Мне кажется, даже в 3 месяца, поскольку я с ней все время разговаривала, все как-то было очень очевидно. И я помню, что в какой-то момент... Я, конечно, забыла про этот сон, разумеется, как все мы, я же не ходила там, не думала об этом. И в какой-то момент я прям помню, что я поймала себя, что это было как какой-то такой, ну, дежавю, что ли, какой-то такой вариант, что я с ней общаюсь и понимаю, что это она и есть из этого сна. То есть мне, в принципе, тогда она приснилась. Возможно, трудно сказать, там был какой-то галыш. Ну, разумеется, родился галыш. Но она уже была не галыш, хотя она очень долго была такая лысенькая. У нее было очень мало волос, беленькая вся. Вот. Но просто по эмоциональному посылу это был ровно тот ребенок, который мне приснился. Я не знаю,
она мне приснилась, или она уже мне так напоминает ее. Но для меня это было очень удивительно, потому что реально мне вот прям такое было ощущение, что мне просто приснился мой ребенок. Но это было, может быть, там 8-й месяц, да, беременность. То есть она уже была там почти готовая, в принципе. И вот это для меня был такой сон, который я навсегда запомнила, и потом просто удивилась. И еще мне кто-то рассказывал, что у ребенка до 3, по-моему, лет, они в таком еще близком, ну, как бы, контакте с космосом, там, с Богом, да, с утробной жизнью, что если что-то спросить, они могут что-то ответить. И кто-то мне это рассказал, ей было как раз годика 2, но она очень уже была толковая. И я у нее спросила, я говорю мне, а покажи, а где ты жила раньше, где ты жила? Она мне показывает, ну, типа, у тебя там в животе, я говорю, а как ты там жила? И я помню, что меня совершенно потрясло. Она легла вот в позу зародыша, ровно сложилась, но никто 2-летнего ребенка не учил этому. И она вот легла, ну, тоже, может быть, это какие-то фокусы, я, в общем, весьма так. Но мне это совершенно потрясло, что вот она как-то, ну, она прям легла в позу зародыша, показала мне эту позу, прям все, показала, как она лежала. Хотя вот ей было в районе около 2 лет, она еще так говорила, ну, она изъяснялась, то есть понять друг друга было можно, она меня хорошо понимала, но она не говорила, конечно, как взрослый человек, да, то есть, но понимать мы друг друга хорошо очень понимали. Вот это был такой один, наверное, из каких-то сильных снов. Еще когда-то мне приснилось, я помню, но это еще было совсем в юности, тоже очень такое яркое впечатление, мне приснилось, что я поступаю в школу-студию МХАТ. Но это не была школа-студия МХАТ, это театральный институт был такой условный. И когда я поступала, я поняла, что тоже я это все вспомнила, что это тоже какое-то... Хотя я готова признать, что, возможно, это уже какие-то, ну, там, ты все равно как-то все это сублимируешь и уже, может быть, видишь то, что хочешь. Возможно. Но все равно вот я запомнила тот сон, точнее, даже не сам сон, сколько все эти переживания. И когда я поступала, я все это тоже испытывала. И, наверное, конечно, уже дотягивала и географию, и там... ощущение пространства, местности, что это было практически то же самое. Вот так вот. Но еще у меня есть один сон, но я не буду про него рассказывать.